Найдите значение выражения. 47 плюс 12 корней из 11, все это под корнем. Знаменатель. 6 плюс корень из 11, и все это под корнем. Дробь умножить на 6 минус корень из 11, и все это под корнем. Для начала перепишем. 47 плюс 12 корней из 11, и все это под корнем. Знаменатель. 6 плюс 11 плюс корень из 11, и все это под корнем. Умножить на 6 минус корень из 11, и все это под корнем. Перепишем подкоренное выражение числителя. 47 плюс 12 умножить на корень из 11. 12 можно представить как 2, умноженное на 6 и умноженное на корень из 11. Таким образом, мы видим, что 47 можно разбить на 36 плюс 11. 36 – это 6 в квадрате. 11 – это корень из 11 в квадрате. Тогда у нас получается 6 в квадрате плюс 2 умножить на 6 умножить на корень из 11. И плюс корень из 11 в квадрате. А это квадрат суммы. Напишем формулу квадрата суммы. А плюс b в квадрате равняется квадрат первого плюс удвоенное произведение 2 умножить на а плюс b. 2 умножить на а, b. И плюс квадрат второго, b квадрат. Тогда у нас получается 6 плюс корень из 11. И все это в квадрате. Тогда наше итоговое выражение приобретает следующий вид. 6 плюс корень из 11. Все это под корнем и все это в квадрате. Знаменатель. 6 плюс корень из 11, и все это под корнем. Умножить на 6 минус корень из 11, и все это под корнем. Сократим. Тогда у нас получается 6 плюс корень из 11, и все это под корнем. Умножить на корень 6 минус корень из 11. У нас получилось произведение корней, а это корень произведения. Тогда у нас получается 6 плюс корень из 11, умножить на 6 минус корень из 11. И все это под корнем. Под корнем у нас получается разница квадратов. Напишем формулу разницы квадратов. А квадрат минус b квадрат равняется а минус b на а плюс b. Эту формулу нужно знать. Тогда у нас получается 6 в квадрате минус корень из 11 в квадрате. И все это под корнем. Далее. 6 в квадрате это 36. Минус корень из 11 в квадрате. Это просто 11. И все это под корнем. Посчитав, получаем 25 под корнем. Или просто 5. Запишем ответ. Ответ 5. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.